Sani, sani cari amici, benvenuti alla nuovissima serie sulla mafia. Tutto buon appetito e piacevole visione. Spero che tu abbia già colpito come hai fatto una pizza ai peperoni o margherita. Перфекто, перфекто. Ну, а если вдруг, друзья, кто не понял, что я сейчас только что сказал, на итальянском специально учил, собственно, язык, то перевод. Здорово-здорово, дорогие друзья, и добро пожаловать на новенькую серию по мафии. Всем приятного аппетита и приятного просмотра. Я надеюсь, вы уже влепили лайк и приготовили пиццу пепперони или маргарита. Друзья! Ну, в общем-то, как-то так. Мне кажется, это самое необычное приветствие. Надеюсь, царский лайк поставлен. Друзья, без лишних слов, без лишней болтовни, серьезно, просто сразу продолжаем. Предыдущая глава меня не, в некотором плане, конечно, подрастроила, потому что ее немножечко укоротили, как я считаю, какие-то моменты поменяли. Ну, ничего, это все-таки ремейк, какие-то вещи должны быть по-другому. Посмотрим, что меня ждет дальше. Я, честно говоря, не помню, что сейчас будет за глава, вот прям как-то вот, как будто отшибла память, серьезно, поэтому... Ну, все главы-то знакомы, просто в каком порядке они идут, честно говоря, иногда вот прям подзабываю. Фух, ребят, реально, огромное вам спасибо за то, что поддерживаете каждую серию лайком, прям вот, ну, прям около тридцаточки держимся. 30 тысяч лайков, прям вот такое среднее значение. 50 тысяч мы так и не набрали, конечно, в прошлый раз, но... Ну, ладно, ну... Не, я ничего не говорю, как бы это самое. Не-не-не-не-не-не. Не, я молчу. Сделка века. Ну, это как раз про лайк, видимо. Намек, ну. 33-й год. Как сейчас помню. Аж слюной подавился. Так, ну-ка. Грузим опять пивас. Я знаю. Часть бутылок я лет 10 хранил. Но нам нужны деньги. Блять! Оль! Вы слышали? Оля! Оль! Как дела, парни? Босс. Что говорят о нашем дельце Сальваторе? Молодец. Интернет ему. У Гелотти ничего на нас нет. Но выиграли время. Выключи, пожалуйста, интернет. И все же пока быстрее. Мы не мили. Погодите, рано отчаиваться, босс. Сэм говорит, ты что-то придумал? Да. Вам это понравится. Подзаработаем деньжат, а заодно и Морелла пинка дадим. Ладно, выкладывай. Пару недель назад отдыхал я, значит, в курилке в Голубых Тропиках. Где? Да, небольшой бордель. Пара номеров с матрасами прямо на полу. Клуб для джентльменов. С баром и всем прочим. Такое, блядь. В общем. Один для кого мне Сальери напоминает? И начал плакаться мадам о своих бедах. Меня насторожил его забавный акцент. И вот он все ныл и ныл. Мол, должен был получить кучу бабок. А бандиты, на которых он работал, кинули его. И вместо денег у него сломанный нос. Ты за него заплатил? Вот еще. Но я помог ему уйти и пригласил в забегаловку по соседству. Мы разговорились. Я узнал, что его зовут Гейтс. И этот хрен из Кентукки. Кентукки Фрайд Чикен? Лучше. У его отца пара неплохих вискарин. А теперь угадайте-ка, с кем они ведут дела в нашем городе? Морелла. Думаешь, вы человек Морелла, сэр? Еще как. Может, человек Морелла, получается? Я здорово его обработал, босс. Сегодня он привозит новую партию, но все его ребята уже готовы провернуть дело. Нам всего лишь нужно обставить это как ограбление. Ха! Не знаю. Ой, блядь. Ты правда ему доверяешь? Он очень зол на Морелла, это факт. А других вариантов у нас нет. Мы и так последний хер без соли доедаем. Что думаешь там? Хер без соли, ну невкусно. Канадцам нужна замена. Если Поль уверен насчет Гейтса... Бля, я вспомнил теперь до конца, что это. Большая парковка в центре города. Блять. Ладно, вперед. Только на этот раз не надо играть в героев. Карл и малыш Билл с вами. Сделаем, босс. Возьмете грузовик и гоните сюда. Есть два вопроса. Мы не подведем, босс. Первое. Я не хочу пожалеть о том, что отпускаю тебя с парнями, Карл. Не волнуйтесь за меня. Не буду. Для волнения у меня есть Томми. Бля, на кого он я похож? Я стригу вашего шофера, босс. Прям удачи, похож парни. На кого-то, бля. Спасибо. Сэм и малыш Билл будут ждать нас в центре. Вопрос. Первый. Точнее, даже не вопрос. Вопрос, нет. Первый.
Вот почему они, кстати, убрали эту фишку, что как в оригинальной мафии, я без спойлеров, опять же, на всякий случай тоже предупрежу, что вы не переживайте, я ничего не буду спойлерить. Почему они убрали полоски ХП у моих союзников? Ну, типа у Поли, у Сэма и так далее. Потому что в оригинальной мафии это было всегда, если кто-то со мной это самое вместе, то, соответственно, я просто не сажусь в машину, потому что они пиздец сейчас начнут, я не хочу пропустить это. Вот. Не знаю, типа, это облегчает на самом деле, потому что в оригинале надо было контролировать и ХП Томми, чтобы он не подох, блять, и там Сэма и прочих, и Поли, и так далее. Второй вопрос. Точнее, не вопрос, а просто подмечание, замечание. Я эту миссию прекрасно помню. Я не буду сейчас говорить для тех, кто не играл в оригинальную мафию, что сейчас будет. Но я скажу так. Для меня эта миссия была, когда я проходил в детстве оригинальную мафию. Блять, я ее не смог пройти. Насколько я помню, я на ней и застрял. Потому что она была пиздец сложной. То есть, вот она прям вот, ну, а тут, ну, как бы прям пиздец. Поэтому все, без лишних слов. Едем, выезжаем, так сказать, полная тачка опасных гангстеров. Шубер завелся. И погнали. Так, куда ехать получается? Ехать, ехать. Ох, ебать. Централ Айленд. Прям самый центр. Похоже, ты мало Central. Разрался. Да пошел. Наконец-то тебя отпустили поиграть со взрослыми, а? Слушай ты, я с Доном чаще вирус, чем мы все вместе взяты. Ага, сидишь на крылечке, пока он со своей девкой забавляется. Вот прикольно, что они добавили максимальное количество диалогов, на самом деле, во время пути. Об этом знать не обязательно. В принципе, Мафия 2 такая же хрень была, это круто всегда было. Да, поехал, блядь. Просто видок у тебя будто погулять вышел. Не хочу, чтобы Кейт считал нас Так там срезать можно. Тупиками. По-моему. Нет? А чего Гейтс зол на Морелло? Когда Гейтс пригнал сюда товар, Морелло решил... Блять, мусора, ебаные. Тихо-тихо-тихо, оторвемся, у нас Шуберт, а не какая-то подзалупная хуйня. Да что ты таранишь меня? Так, сейчас я вырулю все-таки на ту дорогу, на которую меня просят. Поеду по тому маршруту. Кстати, вот этих обходных... Тихо-тихо-тихо-тихо, нормально. Я не буду проваливать миссию за какой-то хуйни, типа копы, блять, там не копы. Хоть у меня и симуляция полная, но типа, блин. Бля, у них так-то, по-моему, такие же Шуберты, кстати, поэтому мы на равных. Так, обход раз, и все, блядь? Я понял. Ладно, придется сложно. Ну, хотя, в принципе, после миссии с летающей тарелкой мне, наверное, ничего уже не сложно. Не надо меня палить, блядь! Тихо-тихо, сейчас оторвемся. Очень мало обходов. То есть вот эта фишка, которая была продемонстрирована в первой главе, что, типа, можно копов, как бы, сбрасывать с помощью всяких различных, вот таких вот там преград и так далее, и как бы все будет заебись. На практике, блять, оно встречается очень редко. А если быть точнее, просто сейчас была одна какая-то метка, которую я уже давным-давно проехал, и как бы просто вообще максимально неудобно туда было заезжать. Так, попробую запутать копов. В оригинальной мафии это получалось. Просто по встречке разок проехался. Бля, сейчас расхуярятся. Бля, молодые офицеры, давайте, бля, баранку сильнее... Ух, ебать! Бля, да он сквозь него проехал, там было видно! Сука, уже доложили, что мы здесь, блять. Так, пацаны, максималка, 80 миль. Не буду тормозить, буду пытаться уйти прямо на максималочке. Так, все нормально. Блять, а им похуй вообще, я не понимаю, блять, нахуй я их подцепил-то? Так, ладно, погнали, сюда доедем. Метку нельзя поставить, понял. Тогда вот так сейчас сделаем. Сейчас с помощью этого я их сброшу. У них, кстати, тачка тоже расхуярилась, они тоже попали в какую-то аварию, но, видимо... Им это особо не помешало, чтобы продолжить преследование. Не, копы жесткие. Типа, я не говорю о том, что их типа много, но скинуть вот на обычной тачке практически нереально. Вот как бы сейчас это просто видно. Потому что я толком с ними... Толком с ними не гонял. А, да. Когда Гейс пригнал сюда товар, Морелло решил поменять условия. И своими же руками сломал Гейсу нос в ходе переговора. Если Морелло про нас узнает, сломанным нахуй носом... Нахуй я прыгнулся, они уже оторвались. Вот поэтому мы все обставим как налет. Потом Гейтс вернется к папаше и поплачется, как его держали на мушке. Так он убедит старика, что Морелло не в состоянии защитить товар. Короче, значит, план капкан, я понял. Покупать. Достойный гражданин по фамилии Сальери. Фу, блядь. Главное, чтобы сейчас все прошло план. Нормально. Оля вчера мне все рассказал, и за день он стал только хуже. Эй, когда начнешь добывать для босса наводки, а не только по городу его гадать, тогда и... Я здесь часто дела веду. Парковщик берет немного бабла. Все бля, сейчас замес будет домой. Пиздец, одно только могу сказать. Кейт ждет на последнем этаже. Что он, блядь, издалека, что ли? А, все понял. А, на машине?
Просто в оригинале это как бы было немножко, ну как бы я прям помню, это было как бы пешком. Ну, по крайней мере, ну ладно, сейчас это, я все, молчу. Так, хорошо. Парковочку немножечко переработали, мягко говоря, немножечко совсем. Вроде тут никого. Машины есть у тех, кто работает. С 9 до 5 тут всегда пусто. Мы тоже работаем, но мы тут... У нас особая работа. Блять, гангстеры недоделанные, пиздец. Бля, как хорошо, что Поли... Поли, ты что-нибудь еще знаешь о Гейте? По трамвай не попадал. Только что у него сломан нос и целая машина крутого Пойла. Наш человек. Наш человек. Так, все, приехали. Стрелка, останови, блядь. Останови тут. Как в 94-м, блядь. Так, все, торможу, нахуй. Поли. Фух. Рад видеть, дружище. Да, взаимно, Гейт. Все, пизда. Надеюсь, вы понимаете толк виски. Вообще-то я совсем не эксперт. Томми. Томми, бля, хуярит каждый день вискарь из горла, бля. Чё, палёнка, бля? Ну да, хороший. Прошептал. Первый взнос. Если Дону понравится, он закажет ещё. И с каждым заказом будет всё больше. Мы все разбогатеем, парни. Ну, мы всегда рады поработать с такими парнями, как Дон Сальери. Передай ему моё почтение. Конечно. Осталось выполнить нашу часть плана. Так. Ух, ебать! Кирилл, Поли! Не! Все нормально. А чё? Разве ограбление не должно выглядеть убедительно? В этом городе мой чертов носяр совсем скривится. Не волнуйся, парень. Уверен, я слышу какие-то звуки по крыше. Ты запросто купишь себе новый. Берегись! Ой, а себе сюрприз, блядь! Начинается! Ебать, просто пацанов изрешетили, блядь! Бля... Ну, пизда. Ну, поехали, нахуй! Патроны имеются! Хорошо, хоть это, блядь, какой-то плюс. Откуда эти сволочи узнали? Так ты язык за зубами держать не умеешь. Я из пулю словил. Хули, он в стойке стоит. Готовый пиздец уже, блядь, такой вышел. Так, чё, всё, пизда, моторчику. Всё не так уж и плохо. Берите бухло и валите. Мои парни заберут меня. Вперёд! Если расчистите дорогу, нам с малышом тут ничего не грозит. Карлов, в кабину. Мёртвый ты нам ни к чему. Томми, это ещё не конец. Готовься, там будут ещё. Да я понимаю, блядь. Так, сопровождайте грузовик. Ой, бля! Так, ладно, есть этот самый. Как хорошо, что есть Томпсон. Не так много патронов, но тем не менее. Так, все. Блин, вот почему у них нет ХП? Почему нет у Поли ХП, я не понимаю. Это же пиздец, как добавило хардкора бы. Ну, потому что я знаю, о чем говорю, потому что я играл в оригинальную мафию. Все, пизда. Блядь. Какой один? Нас тут много, нахуй. Бля, один патрон. Тихо, аккуратно, Томми, не высовывайся. Сука, стреляет из-под укрытия, козёл ебучий, бля. О, нихуя хэдшот. Кто там, нахуй, следующий? Блядь, не попасть по нему, сука. Ладно, сюда. Давай вылазь, нахуй. Блядь, пиздец, я попадаю ему прям по лысине. А ему по хуям вообще, смотри-ка, а. Шляпа бронированная, сукин сын. Сюда, иди, блядь. Убил? Все, минус. Найс. А, блядь, нихуя, я его не увидел даже, блядь. Ебать, их тут много оказывается еще. Тихо. Найс. Попадание просто заебись. Фу, бля. Так, все, дальше, едет пусть грузовичок. Нормально, контролируем. Так, тут аптечка где-то была, вот аптечка. Фу, бля. Ну, хардкор ощущается, бля, ну в оригинале, сука, учитывая это прицеливание ебучее, которое там в этой оригинальной мафии, это пиздец просто. А... Поли, блядь! Что за хуйня? Я думал, это свой кто-то, блядь! Чё ты сидишь-то, я не понимаю? Блядь, охуенно вообще. Нормально, пацанчик нас так тут ждал. Ща опять пизделовка будет, да? А, понял, нормально, блядь. Ух, ебать! ДТП, водитель хочет скрыться! Ебать, что-то он расхуярился, это знатно. И что, искать теперь обход? Бля. Ща возьму огнетушитель! А, реально? Сейчас пройду, подожди. Сейчас все будет. Бля, главное, чтобы меня здесь пиздюлей не дали раньше времени. Да сейчас я проберусь.
Я так понимаю, со мной же никто не пойдет, как обычно. Все вручную, все самостоятельно, блядь. Эй, сюда! Все, попался! Угу. Попался! Победили. Он один тут. Да не, не один. Полюбас, сейчас кто-то еще будет, блядь. Так, аккуратно. Аккуратно, нахуй. Так, тут горит, пиздец. Так, меня где тушить, что? А, нет, это гранаты какие-то. Стоп, а куда идти-то? А, вот же дверь, блядь. Так, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Все, прошел, здесь никого нет. Отлично. Возьму гранаты на всякий случай. Мало ли понадобится закидать что-нибудь, блядь. Аптеку заюзаю. Бля, слишком много аптек. Вообще изи, реально. Так, здесь вот хуйню журнальчик. Terror Tales, блядь. Ну давай. Туши пукан. Не, ну прикольно, прикольно. Такого, конечно, не было в оригинале, но это самое. Я хочу больше хардкора. Хочу еще сложнее, блядь, чтобы было. А здесь что, не выйти, что ли? Блядь. Ладно, сейчас вернусь. Блять, тут заблудиться можно, на самом деле. Бля, надо было по-другому немножко пройти, ну ладно, уже похуй. Бля, мокренько. Реально все потухло. Не, дробовик я не хочу брать, патроны пока есть. Че, let's go дальше. Так, следующий нахуй это... Ой, бля, все, понял, понял, понял. Блять, короче, пистолет. Сука, иди сюда. Ты только покажись, блять. Бля, грузовик-то, на самом деле... У грузовика-то есть ХП? Ну это, ладно, это как бы... Половина проблемы, на самом деле, потому что... Блять, я хотел спрятаться, но понял, что это не очень... Может, блять, гранатку? Блять! Ёбаный в рот! Она не долетела! Блять! Ебаная эта хуйня сверху-то торчит! Блять! Я думаю, реально пройду эту миссию без каких-либо фейлов. Я хотел как лучше, получилось как обычно. Просто, если первая, ладно, я такой думаю, ладно, пониже кину, короче. В итоге ебанул об самый потолок, и она отлетела ровно в меня. Но мне кажется, не один я эту ошибку допускал, на самом деле. Так. Короче, сейчас пиздюлей буду раздавать, блядь. Блядь, у него дробовик. Нихуя ему ебало раскровил, его похуя вообще. Так, тихо. А похуй, нормально, повеселимся. Ух, ебать, красиво. Не, ну хули, если гранаты есть. А вдруг они мне потом понадобятся? Вот в чем вопрос. Так, вот никого нет? Есть. Бля, с пистолета даже проще стрелять. Дамага неплохая, но при этом, на самом деле, точность попадания весьма лучше. Ну-ка. Блядь, я не вижу его башку. Сука. Ладно, сейчас я вам получу пизды у меня. Сейчас, блядь, придется зажать немножко. На нахуй, блядь. Все, найс. Фу, бля. Не, ну потненько. Блять, он, сука, изрикошетил. Смотри-ка, этот самый, грузовик-то. Половина ХП осталось. Не, вставай, блядь. Я и так, блядь, расчищаю тут все, как обычно. Сейчас будет опять пизделовка, да? Так, аптеку вижу. Но мне она не нужна. Че, никого? Да ну нахер. Да ну нахер. А че, прям на первом этаже-то ничего, это самое... Бля, помните в оригинале этого чувака с гранатой? Ну его уже просто не будет, поэтому можно, это уже не спойлер даже. Пиздец, когда ищешь обход, точно так же, там нужно пройти, расчистить дорогу, там чувак, который кидает гранату по таймингу, это пизда была на самом деле, реально. Ну да, тоже упростили. Берите тачку и поезжайте за мной. Упростили, да, упростили главу. Так, ну чё? Ну погнали, справод, блядь. Половина ХП, конечно, у грузовика мне не очень впечатляет. Вообще узнала моей сделки. Ну, в городе полно стукачей. Пока что давай привезем выпивку на склад и по пути постараемся не сдохнуть. Я он ебашит на грузовике так-то, да? Неплохо. О, по-моему, это по нашу душу. Давай, стреляй, блядь, он сейчас... Да стреляй! Полли, стреляй! О, бесконечные патроны, кстати. Найс. Я этим займусь. На нахуй, блядь. Это гангстерская разборка, нахуй! Ух, ебать. Моторщику пизда. И тут моторчик пизда. Прикольно. А, еще, блядь. Понял. Все. Блин, жалко, что целиться нельзя. С одной стороны, конечно, все попадания идут реально в тачку. А с другой стороны, ну, нельзя конкретно куда-то стрельнуть. То есть АИМ срабатывает как бы, как таковой. Блядь. До конца. Бля, главное не уебаться. Все, найс. Да тут пизда вообще, Город в ахуе вообще. Город, блядь, не то что просыпается. Город уже проснулся, просыпается мафия тоже, блядь. Или мафия еще не уснула? Блять, грузовику хуёво. Стреляй, Поли, заебал. Так, найс. Блять, да это не я сделал! Да ёбаный в рот, блять!
Я вообще этих копов в последний момент увидел. Это во-первых. Во-вторых, какого хрена он скриптованный поворачивает меня? Бля, это опасная тема. На самом деле зря. Так. Ну это не... это жестко. Это жестко. ХП тачки восстановили. Это, конечно, плюс для меня, но я не хотел таких это самое. Да, блядь, пусть это было по половину. Ну что за бред? Я же на хардкорном режиме играю. Че, могли бы это сделать? Так и знал. Блядь. Ладно. Ничего. На самом деле не факт, что... Блядь, нихуя он дамажит. Нихуя он дамажит. Именно сама доставка вот грузовика, конечно, выглядит хардкорней, потому что, видите, реально дохуя тачек, они просто рикошетят, блядь, этот самый. Пиздец, смотри, что творят с грузовиком. Ебать. Пизда. Все, это ГГ. Это ГГ, все, пизда грузовичку. Пизда грузовичку, он не доживет, блядь. Даже смысла нет ехать дальше, я не знаю, я не смогу. Он еще ебашит, пиздец, по-лютому. Unreal, просто его догнать, даже мне на своей тачке. Ну, короче, я, если я сейчас затащу, я просто буду, блядь, читером каким-то, мне кажется. Опасно. Все, все, не подпускаю, не подпускаю. Блядь, еще, суки. Все, пизда, да нет, нет ХП у него уже, все, у грузовика нет ХП. Не, погоня выглядит хардкорно, все, беру свои слова обратно. Сама разборка в этом самом выглядит, конечно, так. Тихо, тихо, тихо. То есть изначально я должен доехать до вот этой локации, чтобы у грузовика минимум было половина ХП, потому что копы стреляют, я с ними ничего не смогу сделать, если я даже по ним... По-моему, он даже не аимится на них. Так, ладно, ладно, ладно. Разборка на парковке была изи, а вот теперь хардкор пошел. Бля, еще бы он так не ебашил, чтобы я успевал за ним. Пока что давай привезем. Я попробую сейчас сократить. По пути постараемся не сдохнуть. Так, все. Аккуратно. Аккуратно говорю. Я так и знал. Снова они. Аккуратно. Блять, это реально сложно на самом деле. Ехать, стрелять. Тем более в режиме симуляции, когда я понимаю, что тачка реально себя ведет относительно правдоподобно. Блять, нахуй с дороги, блять! Пиздец, там какой-то гражданин, блядь, мирный вообще попался под раздачу. Все, 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 последний, 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 последний. Отлично. А! Шашка зашла. Да похуй же на него, он пешком только если добежит. Так, ладно, у грузовика нормально ХП. Едем дальше, сейчас надо избавиться от этих. Потом с копами, я не знаю, так надо по ним стрелять или нет. Блядь, да схуяли, еще одна машина за нами. Ух, ебать! Отправился за нами еще, ребят! Это было кайфово. Ой, блядь. Ебать, размотало к хуям собачьим. Писюны маринованные, блядь! Охуеть! Вот, нет, слушайте, это экшоново. Когда контролируешь за все ситуации, это пизда как сложно. Так, что с этим это делать? С копами? Да нихуя с ними не сделал, он не аимится на них. Или аимится, ладно, похуй, все, проехали. Все, бандюков слили, ух, ебать. Какой нахуй Гувервиль? Это что за хуйня? Такого не было в оригинале, мы где вообще? Ебать! Ну это красиво, базару ноль. Базару ноль, это красиво выглядит. Особенно если бы сейчас за нами еще хвост был, который бы там сзади все объекты собирал. Нормально, мы так срезали. Бля, Сэм, давай, дави тапочку, прям по максимуму. Просто. Понятно. Понял, блядь. Блядь, надо этого выносить быстрей! Быстрей, быстрей, быстрей! Выносим! Все, найс! Найс, блядь! Найс! Слушайте, экшена прям до пизды. Я прям это. Я прям сначала расстроился, потом как обрадовался, блядь! Просто пизда. Еще кто-то будет, нет? Не, ну грузовик, конечно, заскриптован нормально, да? То есть он как бы ебенит просто вовсю. Максималочка у него лютая. Так, все. Я так понимаю, что уже больше никого не будет, что ли? Ну даже это я прошел далеко не с первого раза. Уже оторвались. Спасибо тебе, господи. Ух. Давай домой. Посмотрим, что у нас там. У нас там выпивка. Все прошло не по плану. Блядь, поле лишь бы бухнуть, либо на трамвае, блядь, покататься. Да. Пожалуй, сегодня или по трамваям, мы с тобой хорошенько к нему приложимся, Полли. Мы это точно заслужили. Весь дырявый этот грузовик, смотри-ка, весь продырявленный покрышки, вообще пизда ему. А тут целенький, правда. Зато наша тачка немножко поебана осталась. Так, ну что, Сальери, доволен? 38-й калибр. Встретили ребят Марата? Ну так. Да, их больше нет. По хуйне. А что с парнем из Кентукки? Он поймал пулю в плечо. Крепкий. Оклемается. Они свалили, едва мы разделались с громилами Морелла. У Гейтса и его отца есть еще один повод кинуть Морелла с торговлей виски. Посмотрим, стоило ли это Пойлу всех хлопот.
Такое, блядь. Прекрасно. Я утрясу с отцом Гейтса детали. Продадим это жидкое золото, вернем все, что потеряли. Молодец, сынок. Горжусь тобой. Я горжусь всеми вами. Салюта! Поэтому... Салюта, пухнута перфоманте! Вискарикус! О май гатукус! Блестящий план. Голова просит. Неплохо. Неплохо. Слушайте, ну... На парковке мне показалось, что прям изи. Но потом прям было хорошо. То есть они усложнили именно конкретно отрыв потом. Вот то, что было после самой локации. Ну, после самой парковки. Но в оригинале именно парковка сложнее всего. Там пиздец, блядь. Там, если не знать этого нюанса, с гранатой, блядь. Пока там всех перестреляешь. Надо следить за хп еще, блядь, этих самых моих друганов. Это было сложно реально там. Ну, а мы, соответственно, продолжаем. Итак, я, честно, опять же, не припомню, что там интермедия. Так, что-то знакомое. 38-й... А, ну, в смысле... Я так понял, Сальери готовился сделать ход. Вспоминаю еще. Да, вполне может быть. Но скоро сухой закон отменили. И весь бутлегерский бизнес лопнул к херам. Борьба за бухло теперь ничего не значила. Пару лет мы приходили в себя. Но когда вернулись в дело... Это было что-то. Бабки, поднятые на самогоне и канадском виске, мы вложили в новые предприятия. Часть из них легальные. Строительство, рестораны, перевозки, казино. Мы вкладывались во все. Во все, кроме наркоты. К 35-му дела пошли в гору. Денег было много, они текли рекой. У меня были жена и дочь. Сэм управлял клубом Дона. Даже у Поли был кое-какой бизнес. Он не то чтобы был счастлив. Скорее, типа... Доволен. Да. Наверное. И Сальери начинает усиленно думать, как теперь выйти из тени Морелла. Заиметь своих копов, своих политиков. Начинается жопа потихонечку. Бля, не могли более какое-то интересно место найти тихое для переговоров таких, нет? Как бы? Думаешь, Сальери подкупал политиков в 34-м? Возможно. А что? Несколько лет назад полиция нравов взяла судью за растление малолетки. В камере судья здорово разговорился, хотел пойти на сделку со следствием. Признался, что брал взятки от Морелла и от твоего Сальери. Пытался их друг с другом стравить, но Морелла, узнав об этом, пригрозил заживо закопать его детей на пляже. Господи. Так вот в чем дело. Ты о чем? Морелло часто переходил нам путь, но не доводил дело до настоящей войны. А когда у Сальери появились свои тузы, Морелло начал соображать. И в 35-м врезал по нам изо всех сил. Че, пацаны? 35-й? Начинается пиздец. Бон аппетит. Макнул его прямо мордой в спагетти. Эй, Томми! О, привет, босс, как дела? Рад, что ты здесь. Пожалуйста, босс. Я хотел отобедать у Пеппы, а Карло заболел. Подбросишь? Да, конечно. Чудно. Я уже голоден. Сейчас бы ездить кушать куда-то, когда у тебя оставал бар свой. Кушка с собой? Да. А нахуй она нужна? Понадобится. Ну, на всякий случай. Морелло последнее время притих. Может, зря я переживаю. Бля, на кого же похож? О, бля, вот эта тачка уже мне по нраву. Вот это я понимаю, блядь. Вот это нахуй лосистер, пацаны. Ебать, просто с Доном, блядь, этим самым, блядь, Сальери, блядь, самым, ну не самым пока что еще, но с одним из пиздатейших мужиков, блядь, поедем пообедаем на лосистере. Конечно знаю. Я каждый день просматриваю книги. Ебать он ебашит. С тех пор, как случилось то, что случилось... Капа должен лично говорить со своими солдатами. Навигатор неопределенный, что ли? А, тихо, копов не привлекаем. Мы же солидные, просто как бы, ну просто ну, мой Дон и я, и все. Вот так вот называется картина. Хорошо, что у нас столько важных шишек на содержании. Все лучше, чем эти мошенники, которые толкали пойло до 21-й поправки. А, Том, это только начало. У меня большие планы. Очень много важных людей хотят быть в доле. Рад это слышать. Короче, дела идут в гору, все заебись, все даже очень подозрительно тихо.
Ну, наверняка Сальери в глубине души, конечно же, переживает. Тем более, он же сам сейчас Томми намекнул, что как бы у тебя пушки с собой, если что. Вроде как бы просто едем поужинать, пообедать, да, на встречи. Встречи, хуечи, как бы все вот, ну, обычная, бля, гангстерская жизнь, как так сказать. Вот. Ну, ничего не предвещает беды, но... Ты должно быть доволен. Есть кое-какие странности. Хорошо отдохнуть от Поли и его безумных идей. С вами, босс, общаться интереснее, это уж точно. Еще бы. Но мы с Поли и Сэмом по-прежнему друзья. Мы через многое прошли вместе. Да, и не говори. Бля... Тачка-то быстрая, надо это, придержать коней своих. Ля-ля-ля-ля-ля, так, нам же... вот оно что. Тот самый мост, по которому, в принципе, мне кажется, даже в оригинальной Мафии я проехал впервые только лишь в этой миссии, потому что эта особая локация не была задействована. Блин, ну, конечно, здесь все выглядит намного пище. То есть он здесь вот этот мостик как бы объединяет вот эти два острова, ну, полуострова или как их назвать, я не знаю. И... Тихо-тихо-тихо. Без ДТП! Я думаю, что Дон будет недоволен, если его лосистер, блядь, сейчас пойдет немножечко по пизде, по бороде. Так, сюда. Ага, все, почти приехали. Ну все, ну как бы, ну что, ну ужин, ну как бы, сейчас покушаем, мы домой поедем, как бы. Все будет хорошо, все будет нормально. Так, направо, аккуратненько, и паркуемся. О, кстати, место очень похоже на оригинал. Попробуй здешнюю кассету, Тоби. Че, кассету попробовать? Еще вина? Эй, вина за столик, скорей. Вам понравится это вино. Это... Дон Сальери! Привет, мой друг! Прошу вас! Рад видеть, парень. И я. Эй, сюда! У нас важный гость. Что сегодня в меню? Моя мама специально для вас приготовит капонату. Эй, Целента, браво, браво. Мольто бене. Позвольте подвинуть ваш стул. Блядь, вы шутите. Вот. Замашки, блядь. Давай, давай. А к блюду кьянти. Хуянти, блядь. Это вино только для вас. Бене, бене. Что за фриза опять, я не понял. За рулем, блядь. Отдыхайте. Томми такой, пошел отсюда, блядь. Чё мне принес? Какой-то кьянти, блядь. Водяру неси. Ну, Сара пообещала, что уйдет, если не брошу. Я знаю. Она сказала? Нет. Это моя идея. Пьяницы размыкают, Том. Я не хочу, чтобы ты допустил фатальную ошибку. Так кого он напоминает мне, а? Для вас. Хуя быстро приготовили. Так бы всегда, блядь, в ресторане. Еда превосходна, как всегда. Мольто грацио, Дон Сальери. Похвала от такого гурмана, как вы, это большая честь. Ты бы знал, что этот гурман ел на ужин. Опа, нахуй. А это что такое, блядь? Опа. Опа, трезвый... Ложись! Трезвый Томми, давай быстро... Вот это, блядь, жестко, конечно. Бля, пизда. Пизда. А Пепе, кстати, что там, вызвал или нет? Или ему тоже пиздец? Бля, жестко. Какого черта? Бля, так-то вот можно... Вот так, не дал мне вино допить. Эй, Сальери! Раков не дали поесть, да? Давай, как выходи, братьев, решим, блядь, все быстро. Ага. Решим, решим. Сейчас решит, блядь, Томми все. Бля, я помню это сейчас. Сейчас Выкури будет его, Джо. Сейчас опять будет, да, нехватка патронов. Это была основа. О, блядь. Черт, аккуратней. Писта. Ну, блядь, лосистер покоцали. Такой волной там бы их нормально это, придавило бы, блядь. Бля, просто средь бела дня, такой пиздец. Сальери, давай живи. Сейчас, сейчас, сейчас Томми решит. Хоть у него только пестик, блядь, но он сейчас все разрулит. Через ну чё? Дверь не выбраться. Вы как? Бежать не смогу. О. Мы устроим им засаду. Я отвлеку их. Выходи из черного хода и обойди их. Уверенный, босс. Замочи их всех, Томми. Никто из них не должен выжить, понял? Понял, босс. Вы держитесь. Том. Такая передряга, да? Обычная ситуация. Ну все, поехали. Так, собственно говоря, что? Минус. Блять, туда бы еще протиснуться как-то нахуй. Ай-яй-яй-яй-яй. На нахуй, отлетел аж, а, блять. Нехуй, бля, врываться, когда Дон ужинает. Так, заметочку забираем.
Бля, немножко, конечно, все по-другому, нежели в оригинале. Конечно, взять, блядь, Томми Ган. Бля, по-моему, там пиздец. Возьму-ка я аптечку, пока это самое. Так, спрячься. Где там? Кто? А. Нихуя, блядь! На балконе, блядь, он спрятался. Кто, блядь? Не вижу, где еще один? А где он? А, блядь. Сука, попал, блядь. Гандон, блядь. У меня тут Дон, блядь, умирает, а тут какой-то гандон, блядь, пришёл. Кто? Ага, с Дробашова. Охуевший совсем, блядь. Так, все, сейчас. Блядь, тут вообще... Нам... Ебать, по-моему, надо спрятаться за мусорку. А! Изрикошетил. Блядь, да перезаряжай быстрее уже, а! Найс. Блядь, что ты как-то это, упрощеночка, упрощеночка какая-то, блядь. Реально упрощенно все. Так, обхожу, обхожу. Аккуратно. Блять, пизда. Понял. Понял. Ага. Бля, как красочно выглядит-то все, пиздец, да? Ай-я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 й. Тихо-тихо-тихо, молодой, куда, блядь, ты там? По-моему, полетела гранатка первая. И вторая. Ебать! Ящики разлетаются, как хлопья, блядь. Хлопенье, нахуй. Кто там еще, блядь? Я реально не вижу. Блядь, хуёво видно. Еще один точно есть. Вон он. Все, найс, споткнулся. Все, это Сальери там? Сальери, тут пизда лосисеру! Ну я жив. У тебя, парень. Ты спас мою шкуру, то... Бубенцы нормальные, да, согласен. Скоро приедут копы. Минуту, дух переведу. Покури еще постои, блядь. Я отвезу вас назад в бар. Нет, зачем в бар? Мы поедем к Карло. Этот пидор знал, куда я поеду. И внезапно заболел? Он кинул вас. Нас, Том. Гандон, блядь! Да, знаю, босс. Карло живет с одной бабой в Холбруке. Узнаем, что он может нам поверить. Карло, блядь. Карло рассчитывает, что Дон уже лежит, блядь, откинув копыта, что ли? Блять, мне бы аптечку на самом деле, а то я развъебывался, а хп у меня нет. Пока Карло дышит, я с каждой минутой становлюсь все злее. Все, да, все, босс, все, сейчас все сделаем. Поверить, что эти копы едут, посмели, блядь, разбить мою машину. Копы же нам ничего не сделают, если мы подозрения же никаких не вызовем. Бля, ебать, ну, это хуя. Это Карло, кто же еще? Его папаша когда-то был дружком Морелло, яблоко от яблони, неверно? Я плакал на его папа. Так а нахуй тогда вот этот Карло, блядь, среди нас трется, если ты все знаешь. Сальери, блядь. Мать уже овдовела, Том, а теперь она останется одна до конца своих дней. И ради чего? Ему что, бабок на дурь не хватало? Я втопчу его рожу в асфальт. Блять, ну вот, ну почему вот? Он уже, знаешь, умный мужик, блядь. Я так рад, что это случилось. Одной крысой станет меньше. А мы наконец-то займемся Морелло по-настоящему. Куда ехать-то? Где он там живет? А, была спрашиваю, последняя капля. Похоже на то. Бля, так не... Я до сих пор, я понимаю, что уже больше половины игры прошел, мне до сих пор непривычно. В семью, находишь ему место, на все эти новые моменты смотреть. Уважение, и вот так он отвечает тебе. Да вообще охуел, блядь. Если это все он подстроил, что еще он мог им выдать? Ферма, букмекер, засада на парковке. Все это могло быть его рук дело. Все, приехали нахуй. Так. Приезжайте к дому Карлу. Приехали, следует Сальери. Ой, торопышка, торопышка. Че, все раз. Я, кстати, вот это почему-то не помню. Я пойду первым, а? Вдруг Карло ждет. А-а-а! Мое лицо будет единственным, что увидит этот мудила. Какого хера? Неблагодарная продажная тварь! Лучше исчезну, дед. Тебя ждет закрытый гроб, Карло! Хуя, Сальери злой, блядь. Ох, по яйцам, блядь. На нахуй, блядь! Когда Аддон злой, все летит к хуям, блядь. Притомился. Дай-ка отдышусь. Воу-воу-воу-воу-воу! Жирный и быстрый. Не дай ему удрать! Я помню, в оригинале он сразу убегает. Ага. Давай, Томми, быстрее! Ебать, ты ж спортсмен! Быстрее, Томми, блядь! Блядь, у меня хп нихуя ж нет. Помогите! Кто-нибудь! Может, ты пушку достанешь, нет? А, что он пока не достает пушку, это нормально? Блядь, просто за ним бежать надо? Сейчас я тебе, блядь, дам. Сейчас я тебе, блядь, дам, пиздюлей. Иди сюда, блядь. Сюда стой, сука, блядь. Я могу все объяснить. Так объясняй, блядь, пока бежим. Объяснить он может. Хули побежал тогда, раз... Блядь, давай, давай. Хуя он там, блядь, вообще Маугли, блядь. Как... Блядь, я думал, на крышу надо. Дай мне поговорить с боссом, я
Сука в труселях своих бегает, бля, по всему району. Тетя, отойди! Стоять, нахуй! Прикончите? Блять, я так люблю. Я еще жив? Ну я его в жопу только стрельнул. Да жив он, я его только в жопу стрельнул ему. Чё-то хрустит. Бля. Жестко, однако. Теперь точно нет. Ебать. Эй, Сержо, как ты? Все путем? Да. Кто это? Постой-ка. Это Горди. Точно. Эй, Горди, как дела, приятель? Тебя не узнать. В чем дело? Ты говорил, у тебя проблемы в доках, так? Ну, все было под контролем. В общем, я кое-что разузнал. Этот урод планировал стачку. Стачки вредят бизнесу. Если не сам их устраиваешь. Верно. Пора сменить руководство в профсоюзе. Ты же не против? Конечно. Славно. Блин, нам столько пиздеца еще на самом деле будет. А что насчет второго дела? Поэтому я и здесь. Сальери еще жив. Блять, а он вот как рассчитывал, что... Вот, сука! Как будто Сальери, блядь, просто говно какое-то, блядь, с подворотни. Было все так просто, блядь. Что случилось? Пока не знаю. Наши парни мертвы. Ресторан разнесли на куски. Это Томми Терминатор. Хватит ныть. У нас тут важная тема. Что насчет этого Карло? Мы нашли его труп. Голова раздавлена, как арбуз. Никогда такого не видел. Сальери понял, что Карло его сдал. Твою мать! Я даже свои мысли не слышу! Начнется война. Я же сказал, заткнись, пидор! Хуя себе разозлился. Война началась, когда мы убили Пепона. Теперь она станет явной. Что я должен делать? Что я всегда... Пусть парни смотрят в оба и будут наготове. Сальери говорил, что он не матерится, кстати, а он матерился. Как так-то, блядь? Помните, он тогда говорил, что настоящие гангстеры не матерятся, блядь? Фу, блядь. Братишка. Братишка. Ты тоже, Дон Морелло. Все, пизда. Пизда! Чем дальше, тем пиздрячее. Вот просто, первый день войны. Получено достижение. Короче, я так, если правильно помню, остается еще глав так 7-8, по-моему. То есть, вот еще и самый пиздец как раз-таки начнется у нас в следующей серии, потому что сейчас все, обстановка максимально, не то что уже нагнетается, она уже все, уже накалилась, блядь, откровенно говоря. И, как, судя по всему, война между Сальери и Морелло уже прям конкретная, в открытую, уже неизбежна. Поэтому, друзья, уже завтра мы продолжим проходить эту замечательную мафию Definitive Edition, она же Мафия 1 Remake. Огромное вам спасибо за вашу поддержку в виде лайков, которые вы оказываете на каждой серии. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии, оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.